тяжелом состоянии находится женщина, получившая ожоги при возгорании машины в Кизилюртовском районе. У нее обгорело более 60% поверхности тела. Сейчас она на лечении в ожоговом центре РКБ имени Вишневского. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить ей жизнь. Здесь же находится и второй пострадавший. Это мужчина. В ожогах у него 45% поверхности тела. Комбустиологи оказывают им всю необходимую помощь. Лечение пострадавших находится на личном контроле министра здравоохранения Дагестана. Напомню, автомобиль ВАЗ загорелся прямо во время движения. Все произошло в поселке Новый Черкей. Теперь правоохранителям предстоит разобраться в причинах произошедшего.